4 года и 4 месяца. Без малого 5 лет отработал нынешний созыв Совета депутатов Одинцовского муниципального района. За это время проведено 54 заседания, на которых принято в общей сложности 690 решений. Самой насыщенной стала сессия в октябре 2015 года. На ней было рассмотрено сразу 40 вопросов. Большая часть выносившихся на Совет тем касалась муниципального имущества. Порядка 40% всех решений – это решения по вопросам имущественного комплекса, развития потребительского рынка и услуг и рекламной деятельности. Порядка 30% приходится на решения по развитию местного самоуправления. Около 20 принятых нами решений относятся к градостроительной деятельности. Совет депутатов принял 14 генеральных планов поселений и 16 правил землепользования и застройки всех поселений района. В начале февраля 2019 года Совет утвердил и схему территориального планирования района, направленную на устойчивое развитие муниципалитета вплоть до 2038 года. Почти каждое десятое решение районного парламента касалось бюджетной и налоговой политики. Важной частью деятельности Совета депутатов была работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, встречи с жителями поселения. Так, депутаты Совета провели более 600 личных приемов и приняли более 2000 жителей. Юбилейная и одновременно финальная 55-я сессия Совета депутатов Одинцовского муниципального района пополнила озвученную Андреем Ивановым статистику, но вряд ли сильно ее изменила. Как обычно, депутаты работали плотно. Они рассмотрели более 10 вопросов, касающихся бюджета, муниципального имущества и деятельности контрольно-счетной палаты, которая, кстати, признана лучшей в Московской области.